Ребят, всех приветствую. Сегодня хочу рассказать о очистителе воздуха. Это Philips AC0830. Приобрел я его пару месяцев назад, перед тем, как у меня начался в квартире ремонт. Вот. Ну, так получилось, что мы один этаж ремонтировали на втором этаже, на первом. То есть подзакрылись немножко и поставили вот этот очиститель. Но... Собственно, о чем я хотел рассказать. Я хочу рассказать, что такие приспособления, такие устройства, они, наверное, имеют место быть в нашей повседневной жизни, потому что, судя по всему, оно работает и оно полезно. Еще до того, как я начал ремонт, недельку у меня поработал, я обратил внимание, что полностью убранная комната с этим очистителем, ну, наверное, раза в 2-3 медленнее появляется пыль на ней. Ну, соответственно, во время ремонта, я думаю, что он меня прям спасал, потому что, ну, в комнате воздух был значительно лучше. Что умеет конкретно эта модель? Конкретно эта модель, по большому счету, не умеет ничего. То есть, в ней нету там какого-то Wi-Fi управления, там, приложений, еще что-то, таймеров. В ней есть кнопочка, вот, сверху, вот эта вот. Сенсорная кнопка трех режимов. Первый режим – стандарт, индикатор загрязнения воздуха. Сейчас красный, это значит на полный воздух загрязнен по мысли датчика, да, внутри. Второе положение – это постоянно принудительная максимальная работа. И третье положение – это ночной режим. В ночном режиме он, ну, я считаю, также достаточно неплохо чистит. Собственно, ну, на самом деле, все это слова, да. Сейчас я бы хотел показать прочистку очистителя воздуха. Сам производитель пишет, что фильтр рассчитан на полгода, фильтр HEPA, там трехслойный с активированным углем. Фильтр рассчитан на полгода, за этот период можно дважды его пылесосить. Я пошел дальше, я его прочищаю компрессором. Сейчас пойдем посмотрим. Кроме самого фильтра, есть еще у него сзади крышечка. Соответственно, под этой крышечкой находится датчик. Производитель рекомендует прочищать вот здесь и вот здесь. Аналогичное маленькое окошечко. Воздух выходит отсюда, в общем-то. В принципе, ну, видно, да, что оно работает, что воздух выходит. Ну, сейчас я с него вытащу фильтр, наверное, не здесь, а на улице. Вот, и покажу, в общем-то, что происходит с фильтром за где-то 2 недели. Я не скажу, что у меня сильно загрязнено, но, конечно, далеко не чисто. То есть, после ремонта какой-то порядок навели, да, там влажная уборка периодическая. Конечно, ну, все равно пыль есть, и это чувствуется, сухость, кашель по утрам бывает, если без него спать. Вот, с ним все, конечно, гораздо легче. Сейчас продемонстрирую. Собственно, что я хотел показать этим видео. Фильтр находится внизу. Очень аккуратно достается. И вот это собрано за 2 недели. Ну, ребят, вы видели все. Я без понятия, как работают другие очистители воздуха, но конкретно этой моделью я очень доволен. У нее очень чувствительный датчик. На удивление, он реагирует при открытии окна в комнате. Реагирует буквально там, я не знаю, секунда-две. Он начинает молотить на полную, прогонять воздух. Ночной режим у него действительно очень тихий, то есть его, ну, реально не слышно.
Вот, ну и днем, когда он прогоняет все и индикатор становится синий, то есть это показатель того, что воздух чист, он практически полностью останавливается, он переходит по звуку примерно по скорости, как в ночной режим. Вот, ну он очищает, он работает, воздух другой, кашля меньше. Я думаю, что подобное устройство, конкретно, я знаю, что я куплю себе еще один очиститель воздуха, и экспериментировать я уже не буду, это будет Philips. Однозначно, я им полностью доволен. Я думаю, что в условиях загрязненного климата, городского тем более, это и подобные устройства, они будут весьма полезны.